Я смотрю, ты очень занят. Держишь с собой диван, чтобы он не улетел? Да, хоть кто-то в этом доме занят чем-то полезным. Кстати, об этом. А что у нас сегодня на обед? Так у нас вообще-то холодильник сломан, а без него, сам понимаешь, никакого обеда. Трагедия. А то ж когда он работал, у нас что, не день, то пир. Так, Гена, ноги в руки, бегом за новым холодильником. Ну вот еще. Во-первых, там дождь, а во-вторых, я не люблю ходить. Кто-то сказал «Антон?» О, здравствуй! Садись, там баскет по телеку, знаете, чипсиков. Началось. Так что к моему приходу холодильник был. Ты чё такой грустный? Светкин борщ невкусный. Да нет, Светка меня гонит в магазин за холодильником. А мне некогда, у меня вон дел полно. Так а зачем идти? Закажи на сайте. Да каком сайте? Мне в кредит нужно взять, а там такое нельзя, сам знаешь. Это тебе кто такое сказал? Так и быть, буду тебя спасать. Смотри, заходишь на сайт Комфи. Ага. У них есть услуга «Кредит на диване». На диване? Мне уже подходит, так. Выбираешь нужную модель. Ага. Оформляешь заказ и кредит прямо у них на сайте. Все. Они тебе еще бесплатную доставку сделают. Просто выполняешь все указания в анкете. Да чего, прям со смартфона можно? Ага. Не, ну слушай. Так давай закажем. Заказывать? Давай. Так, а че расселись-то? Гена, холодильник где? Так как бы вот. Слушай, Свет, а ты, может, лучше присядь? Отдохни от отдыха. Тоже ты, наверное, устала ничего не делать.